Я считаю, что у нас сейчас как раз, если бы не началась война, то у нас было бы очень хорошее развитие женского футбола, потому что мы несколько лет назад приняли очень такое революционное решение, и все клубы премьер-лиги, первой и второй лиги должны были каждый год появляться свои команды женские, девичьи, потом женские команды в обязательном порядке. Это было условие лицензирования. Это такой очень важный был шаг. Он был, может быть, не всеми сразу воспринят, но сегодня, даже во время войны, мы восстанавливаем все чемпионаты, и это условие мы не убираем, и клубы, которые будут выступать в премьер-лиге, они обязательно будут иметь свои девичьи команды в обязательном порядке. И мы уверены, что и в этом году мы восстановим и женский чемпионат Украины. Ну, а самое главное, что мы в команду прямо вот перед войной пригласили лучшего тренера в мире и Европе, который получил соответствующие награды от УЕФА и от мировых специалистов. Это Луис Кортес, который с Барселоны выиграл Лигу чемпионов, выигравший в финале у Челси 4-0. Лучший специалист. Я считаю, что нам необходимо будет, чтобы он поставил игру нашей сборной на совершенно новый уровень. Я уверен, что с его приходом он также будет курировать и все наши юношеские женские команды и будет помогать с тренерами женских команд в чемпионате Украины. Так что я уверен, что очень большое будущее женского футбола в Украине.